Ух ты, какая сильная! For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Been a little too late. Российское солнышко, давай. Вот так. Опять на ковре. Ай-яй-яй. Проба пера. А? Ну-ка давай на бумаге. Это что такое? Понимаю. Мама сейчас будет злая. Я что сказала? Нельзя на ковре. Нельзя на ковре. Плохо. Да, ай-яй-яй. Смотри, сколько у тебя разных-разных листочков бумаги. Давай, вот, посмотри, какой у тебя площадь какая для рисования. Ну? Ага. И это уже кто-то свои каляки-маляки на Антёмик тебе нарисовал. Давай. Вот, пожалуйста, посмотри, как здорово получается у тебя. Отлично. Отлично. Это солнышко, да. Ага. Ага. Вот, ну, пожалуйста, хоть сверху рисунков рисуй. Заберу сейчас карандаши и спрячу. Они от тебя уйдут, да. Совсем что ли, мам? Ай-яй-яй. Вот, пожалуйста, вот, на бумаге. Смотри, давай нарисуем. Что с тобой нарисуем? Кружочек, да? Квадратик. Треугольник. И такие уа! Уа! Глисты полетели. Давай. И пап тебе порисует. А я тебе, а я тебе, знаешь, что нарисую? Симпсона Бартон рисует. Прямоугольник. Ну вообще. Во. Во. Смотри, а здесь можно написать Э. Ма. Рубик какой-то получился. Нет. Именной. Табличка. Это твоя офисная табличка, и будешь планктоном сидеть. Ма. Ага. Ну, сама сиди. Нарисуй папе Барта Симпсона. Нарисуй. Смотри, колесико, колесико, велосипед. А самокат? Твой самокат, пап, нарисуй Эмин самокат сидячий. Это? Жесть какая. Самокат. Какая-то муха с яйцами. Ой, все же выливала. Молодец. Молодец. Рисуй, папа, еще. Сама рисуй. Нет, ты не рисуй. Она же пока не умеет, ей нравится смотреть. Смотри. Ой, сейчас будет глаз. Опа. Смотри, как здорово. Вообще, да? Цвет решает все. Да, давай. Реснички ему нарисуем. Давай. Смотри. Оп, оп. Оп, 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 оп. Крестики-нолики, может, папа сказать. Смотри. Раз, два. Домик, что ли? Домик. На наш очень похожий только. Здесь дверь. Точно наш домик. Да-да. Дорога. Здесь колодец. И кролик там сидит. И такой здесь кролик сидит. Сейчас покажу всем вот. Тролли какой-то расскажи. На. Спасибо. Ну ты это, в следующий раз приедешь, привези эти большие листы для рисования. Молодец. Не надо в рот лазить. Я же спокойно и все. Пожалуйста, зачем ты пальцы засунула? Зачем ты это делаешь?
Этим. Молодец. Ой! Хрема! Ай-яй-яй! Колтун там такой на животе. Запущенный какой-то. Давно уж гуляет. Миша, ну-ка домой, домой. Вылетела. Бедненькая Эмочка. Как же ты без мамочки? Как же без мамочки, скажи? Бросили мамочку. Мамочку бросили. Это ягоды здесь были, видишь, уже нет. О, сошли ягоды все. Так мы даже и не покушали ягод, смородины не удалось. Да? Видите, ребят? Где-то там кролика выхаживает. Ну, видимо, нездоров кролик. Неизвестно, сколько он времени провел на улице. Кролик домашний. В общем, как-то вот так. Моется, ест вроде. Ну, вот, у нас теперь кроличек есть. Видимо, чем-то болеющий. Ура! Ну, вдруг действительно рожает. О, класс, я сейчас уеду, а тут ночью кто-то родит. Ну, капуста. Глаза такие прям белые. Вот у него есть уголки глаз. В общем, короче, главное руки после него мыть пока. Ой, ой, какой, какой сладенький. Вообще на ней есть, да? Кролик. Это кролик. Зайчик. Да, зайчик. Зайка. Правильно, зайчик. Какие ушки, не надо. Там очень много я. Ты в нос все закапываешь? Надо. Бежит, смотри, сразу услышал. Ну, включи на компьютере, че ты? Эй, Эм, ты че? Эма, ай-яй-яй, Эм, что делаешь? Эма, не надо так. Эма, что, собачку больно, нельзя бежать, ай-яй-яй. Собачку надо гладить, как ты гладишь? Миша, ничего себе, прям у нее этот. Миша. А? Кролик там. Миша, Эм, Эма. Эма, собаку надо гладить. Слышишь, гладь. Вот, вот молодец. Молодец. Тарелку помыть? Ну, там еще банки всякие, все такое, чашки. Блин, что так интернет сегодня? Прям медленно, прям ползает. Что происходит? А где этот стульчик? Эма, не надо его в унитаз совать. Что происходит? Да, вот так вот. Так вот ничего не сделаю. Вот, первые пробы пера Эмкина, да? Не надо им, пожалуйста, рисовать на стену. Да, может быть. Мне придется, еще один. Мне придется на свои деньги купить. Это до 10.08. Я смотри на человека, собака. Ковер. Ой, как мы спиной умеем ходить.
Видишь, а тот дольше держится. Ой, какая! Так ее, да? Русскую бабу. Ты ламбер делаешь с лавашом на сковородке. Мне кажется, эта сковородка месяца на 3-4. 3-4 максимум, наверное, да? А кто у нас там такой кровожадный? Ух ты, какая сильная! Ну, бросай. Ой, какая сильная. А, ты с яйцо. А давай ты тоже снимем такой рецепт. Я не хочу, я хотел сливочный сыр привезти. А так у них нет вида сливочного сыра. Как это нет, когда есть маленьких баночках? Нет, ну это уже третий раз я прихожу, и говорят, нету. Ну, мне Настя привозила. Может, они сами не знают? Творожный, может, он называется. Ну, сыр в маленьких таких круглых баночках таких. А, посмотрю. Я потому что вот полтора раза хожу. Эм, там нет яиц уже. Зайку, говорит, мне сюда положите. Эм, у тебя, смотри, и зайка уже был. И собачки 3 штуки. А, есть зайка. Я надеюсь, что мы его пристроим. Смотри, что был зайка у нас. Потому что нам зайка, ну, не нужен зайка, да? Ну куда нам зайка? Куда нам зайку-то еще в Москву? На что это? Ладно, здесь на даче еще. А, в малогабаритку. Ну, а нам придет... Ну, все, поиграем с ним на даче. И выбросим. А мы можем, знаешь, как... Наверное, кто-то уже уехал просто, август все-таки. А мы можем, как Устиновы. Чего? А, дом начать делать на зиму, готовить, чтобы жить здесь. Прикинь. Я уже Андрей не предложил. Чего? Что я привезу, написал. Завтра приезжаю, говорю, с кроликом. А она что? Она говорит, начинаем строить баррикады. Я говорю, видимо, из роз. Чика, сколько она купила. Не, ну... А, Ники тоже, наверное, у него охотничий инстинкт. Еды, еды. Сыр, яйцо, шпинат, соль, перец. Девочка. Тебя зовут? Так, ребят, пока еду по полю, могу поделиться с вами интересными наблюдениями вот по этому фитнес-браслету. Я уезжаю с дачи, как вы поняли. Немножко гудит, это не думаю, это не двигатель, это у меня подшипник ступицы гудит. Я его, наверное, послезавтра поменяю все-таки. Значит так, ребят, вот сейчас пришло сообщение, кто-то на Ютубе написал комментарий, и это очень приятно. Сейчас почитаем. Значит, смотрите, друзья, главные фишки этого браслета. Он дублирует все сообщения, приходящие с телефона. Плюс, если вам звонят, то он дублирует звонок. Тоже можно посмотреть, кто звонит. Если человек есть в записной книжке, он его пишет. Если нет, ну, вы просто видите номер. Единственное отличие, допустим, от тех же Apple Watch, значит, здесь... Нет очень удобной функции, когда потерял телефон, нажать кнопку, чтобы телефон пикнул. Этой функции здесь нет. Ну и, в принципе, бог с ней. Зато у нее есть очень крутая функция, когда телефон где-то остается, и вы уходите, браслет начинает вибрировать. То есть показывает, что Bluetooth-соединение разорвано. Тем самым понимая, что телефон либо забыл дома, либо в машине, либо еще где-то, и можешь вернуться за ним. Это очень удобно. Вот. И еще одна очень удобная вещь, которая мне очень нравится, даже когда я не хожу с этим браслетом, я одеваю его на ночь. Почему? Потому что в нем есть умный будильник. Я его протестировал в течение вот всего этого времени. Работает он всегда по-разному. То есть, допустим, я ставлю будильник на 6 утра, и есть промежуток времени 20 минут. Можно поставить 10, можно поставить 30, я поставил 20, мне так удобно. Значит, вот этот промежуток времени до и после
6 утра, он выбирает фазы сна. Вот до этого он у меня, допустим, я 6 утра ставлю, он мне звонил там без 26, когда-то в 6 звонил, когда-то без 15-6, то есть вот в этот промежуток. Сегодня меня Вета разбудила, попросила сходить Эми сделать еду. Я встал в 6:05, посмотрел на часы и подумал, интересно, а почему будильник не прозвенел? Я вставал вот с очень большим трудом, то есть у меня был реально глубокий сон, я встал, и мне прям очень некомфортно было, я кое-как донес себя, сделал смесь, пришел, лег. В 6:20 будильник зазвонил на руке, причем как он звонит, он просто вибрирует, это очень удобно тем, что окружающие не слышат тебя. Получается, что будильник прочитал мою фазу сна в 6:20, прозвонил, я открыл глаза и понял, что... Да, я готов вставать. Я встал и чувствовал себя прекрасно. Вот эти вот фишки, дублирование экрана, дублирование телефона, разрыв соединения Bluetooth, когда забыл телефон, умный будильник, это действительно очень удобно. Браслет этот стоит в районе 2-3 тысяч рублей, смотря где заказывать. На Алиэкспрессе, по-моему, в районе 2 тысяч он стоит. Как меня тут спросили недавно, что вы купить, Apple Watch или вот этот браслет? У меня Apple Watch есть, я их не ношу, их можно поехать починить, но мне не нравится, что их каждый день надо заряжать, у них нет этого умного будильника, но они просто, это круто. Здесь нужно понимать, готовы ли вы носить на себе браслет за 2-3 тысячи рублей. Единственный минус, вот я для себя обнаружил, выявил минус. Когда вам приходит сообщение, оно зависает на экране. То есть вы руку подносите, и у вас есть последнее сообщение, которое вот Telegram. Видите, мне пришло сообщение. Если я хочу посмотреть время, мне нужно пролистать вот все это сообщение вот так вот сенсором. И вот появляется экран. Если не занимаетесь спортом, но он нужно, чтобы телефон все время был под рукой, или пропускаете звонки, берите, не пожалеете. У меня звук на телефоне всегда выключен, и я очень часто его не слышу, потому что я просто не люблю эти звонящие телефоны, когда громко что-то орет. В общем, у меня телефон, звонок в телефоне всегда выключен, всегда стоит в вибро. Либо я бывает его вообще вырубаю, потому что я не очень люблю разговаривать по телефону. Все, ребят, я выезжаю на быструю трассу, и сейчас я и так, кстати, немедленно еду. В общем, до встречи, ребят. Пока.